У вас было когда-нибудь такое в жизни, чтобы вам был процесс интересен, а не результат? Нет, я чисто практический человек, мне результат всегда важен. А мне иногда. Ну, не всегда. Ну, бывает, что и результат, конечно, нужен, но иногда мне интересен сам процесс. Нет, бывает такое, что результата нет, но он всегда предполагается. То есть я всегда его предполагаю. Ну, это да, это оно предполагается, но увлекаясь я, допустим, я увлекаюсь самим процессом. То есть я, допустим, снимаюсь в кино, да? Встречаю тут из Украины ребят, девчат. Они мне грязью тут обливают. Все, мы сейчас тебя внесем в эти списки, ты расист, и ты говно, и так далее, и тому подобное. То есть они мне еще ни о чем спросить-то не успели. Я вам показываю, я, допустим, беру так, прикалываюсь, беру, показываю фотку из кино. Они, все, мы тебя вносим в список. Ну, блин, ну говно вопрос. Ну, вносите в какой-то вот список. Подождите, а зачем вы мне это рассказываете? Я просто не понимаю. Не, мне просто прикольно, о чем вы тут говорите. У вас только две темы. Война и политика, правильно? Ну так, я же говорю, говорите, спрашивайте, пожалуйста. Ну, а о рыбалке вы не хотите говорить, да? Об охоте или там о грибах тоже. Правильно? Ну. А вы о чем хотите поговорить? Ну, я, например, о грибах хотел бы поговорить. Ну, не смогу поддержать. Я ну, уже видите, сказал, вы не поняли. А какие остаются варианты? Давайте о женщинах. А я это не обсуждаю в чат-рулетке. А чего вы обсуждаете в чат-рулетке? Я не знаю, обсуждается очень много всего, но обычно россияне оправдываются. Ну, оправдывают войну, убийство, преступления, мерзость. Даже россияне когда разговаривают... И оправдываются, и оправдывают. И так, и так. Оно одно другому не противоречит. Я понял. А если не то, не другое, то вы его сразу записываете вот в этих, да? Я не знаю. Я вообще никого никуда не записываю. Ну, мало ли что, там, в интернете там выкладываете. Я вот себя, допустим, наблюдал, да? Мне очень поржать хотелось. Я посмотрел, пару блогеров меня выложили как-то. А он, знаете, он нарезки сделал. Вот подлец какой, ну. Выдержки из моих разговоров, да, склеил их и выставил, как будто бы, знаете, я такой нацист. Знаете, вот, а вы не нацист, вот да, совершенно не нацист, нет. А что, похож? Не, я же не знаю, я спрашиваю. А вы националист? Я нет. И я нет. Угу. То есть вы ненавидите войну вашего Путина. Вооруженные силы Российской Федерации осуждаете. Да, вы с меня тоже нарезки сделаете, а то ставите потом. Нет, вот навряд ли, вы неинтересны. Я вот стараюсь быть неинтересным. Вот понимаете, мне порой это удается. Так, я не понял, вы как, осуждаете ваше государство за его преступления? Вы хотите, чтобы я вам откровенно об этом сейчас говорил в прямом эфире? Ну вы же не такой, как все остальные. То есть за откровенность к вам я должен заплатить где-то лет 20 своей жизни, правильно? Подождите, у вас что, такое государство, которое, если вы скажете правду, даст вам 20 лет? Что вам сказать? Какую вам правду сказать? Какая вас правда интересует? Если я говорю, с вами буду сейчас говорить откровенно, мне грозит срок. Вот, я же Отлично. Говорю, откровенность это значит правда. Значит, за правду в вашем государстве дают 20 лет. Вы понимаете, что вы говорите? Вы что, не знали, что ли? Это какой-то секрет. Это секрет какой-то. А, это все знают. Я понял теперь. Я понял теперь, почему ваши сограждане так ведут себя в чат-рулетке. А им же каждому светит двадцатка. Господи. Вот это Аркастан. Вы не знали?
Ты не знаешь? Вот это, конечно, вы. А как вы дожились до жизни такой? Я думал, вы все в курсе вообще-то, ребята. Не-не-не, ну что просто получить подтверждение охраняет, от вас. Половина населения охраняет, половина сидят. Если что. Ага. С тех времен, там, советских, совдеповских, еще ничего не изменилось. Чтобы вы в курсах были. Я понял его. Я не то, чтобы я боюсь, да, я могу тебе сейчас откровенно сказать. Ага, вот ага. Честно и откровенно тебе могу сейчас ответить вот на все твои вопросы. Честно и откровенно ответить от своего имени. Ну нахрена мне эти 20 лет? Серьезно, чувак, ради одной откровенности? Да, вот тут нет, нарезка, чувак, получится великолепная. Знаешь, вы знаете, вот великолепная нарезка получится. Я понял, почему вас нарезают теперь. Классно же. Да чудесно.